Активное участие представительниц прекрасного пола в научной, социальной и общественной жизни Казанского университета стало нормой повседневной жизни. На сегодняшний день они покоряют научные вершины, защищают диссертации, управляют институтами, подразделениями, ставят спортивные рекорды, принимают активное участие во всех сферах жизни Альма-Матер, внося неоценимый вклад в развитие университетского научного потенциала. Без капли сомнения, их можно назвать достоянием университета. Именно поэтому Лига женщин КФУ совместно с правкомом организовывает университетский конкурс «Женщина года» и «Мужчина года. Женский взгляд». Вот о роли женщин в истории нашего университета можно и по-разному рассказывать. Мы иногда там перечень всяких должностей, да, регалий, там, достижений всевозможных перечисляем. Но вот теряется как-то в этом процессе живой человек. Мы смогли всем рассказать об очень интересных судьбах университетских женщин. Стоит отметить, что на данном конкурсе будут выбраны женщина и мужчина года. Немаловажным фактором является то, что членами жюри станет сама прекрасная половина человечества. Итак, до конца подачи заявок остались считанные дни. Прием анкет завершится 10 февраля. Отправить заявку необходимо на электронный адрес женской лиги КФУ. Участниками конкурса могут быть женщины и мужчины, работающие в КФУ и его филиалах, пользующиеся авторитетом и доверием выдвигающих их подразделений. Человека вглубь. Причем, значит, у нас очень много уже претендентов. Даже пойдет внутри каждой номинации конкурс свой. Конкурс организуется в 12 номинациях. Основными критериями отбора по-прежнему остаются личные качества, деловая репутация и социальная активность. Имена самых успешных мужчин и женщин Казанского федерального станут известны в преддверии Международного женского дня 8 марта. Адель Шемилова, Универньюз.